Скажите, пожалуйста, у меня мама ушла от отца недавно. Можно как-то помочь, чтобы она вернулась обратно? Или это уже невозможно? А чё, почему она ушла-то? В чем причина? Ну, мне кажется, что как бы пошла такая сложная семейная карма, и изначально у меня были проблемы как бы в отношениях. Мне тоже хотелось вот разрушить семью, потом я начала слушать лекции, и как-то ну, вот, стало лучше в этой ситуации. А потом ушла из жизни бабушка, и как-то... Мы с мужем переехали в этот город, ну, я сама родом из Днепропетровска, и как-то все стало происходить, очень густые события, и мама, ну, мне кажется, что она как бы устала от этих отношений и всегда хотела уйти, может быть, вот бабушка держала ее, как бы, совесть, я не знаю. Вот. Видите, пока человек не начинает заниматься духовной практикой, думать о Боге, у него всю жизнь рушится постоянно. Все люди устают друг от друга. В этом мире нет вечных отношений, нет глубокой любви между людьми, пока они не начинают идти к Богу вместе. Как только они начинают это делать, то все становится глубоким. Причина, почему ушла мама, потому что нет духовной жизни. Все осквернено без духовной жизни. Если зубы не чистить, они воняют. Зубы можно чистить только молитвой. Зубы отношений. Вот, поэтому вонь пошла в отношениях, стала тяжелой. Отношения стали тяжелыми. И она ушла. Но это не значит, что она разорвала семью, потому что они очень похожи друг на друга и очень близки друг к другу. Она устала, ушла. Помолитесь за нее. Когда молитва очистит ее сердце ваше, то ей захочется вернуться назад. Она уже сейчас немножко сожалеет о том, что она сделала. Будьте к ней ближе. Вы сейчас мало с ней общаетесь, это неправильно. Надо с ней общаться, а не с отцом. С отцом вы и так близки. Надо с матерью сейчас общаться, ее это оттает она и захочет возвращаться назад. Но если вы не будете с ней общаться, то... Она будет одинока очень и не захочет ничего менять. Спасибо. А можно еще спросить маленький вопрос, как бы по поводу того, что мы переехали вот с другого города назад, вернулись, ну, как бы на мою родину. Это правильное решение. Просто там мне было очень тяжело и с работой. Это и... уже второй случай сегодня. Одна девушка тоже ко мне подходила, ей очень тяжело, а мужу там, ну, в этом месте. Нормально работать все, но ей тяжело. А если он выезжает в другое место, где она хочет жить, то ему будет тяжело работать, а ей будет легко. Женщина должна выбирать там, где живет муж и может работать. Потому что если она выбирает то место, где ей легко, а ему плохо, она его бросает. А если женщине тяжело, а мужчина нормально работает, то он ее не бросает. Надо понять, что женщина должна следовать за мужем и выбирать то место, где ему легче, а не ей. В данном случае ему тяжело здесь, да? Ну да, у него менталитет как бы западной Украины, а здесь немножко все по-другому. Видите, ему здесь тяжело. А вам тоже здесь ведь тяжело, правда? Из-за того, что ему тяжело. Ну да, ну мне как бы еще была мотивация, что здесь мне будет легче заниматься вот именно духовной практикой, ну, ведическая культура вот меня заинтересовала. Но он занимается ведической культурой? Ведической нет, но он как бы мне разрешает этим заниматься. Ну, поживите еще год, если он не найдет себе ничего здесь, тогда надо возвращаться. Назад. Ну, а что делать? Год еще поставьте срок. Спасибо.